Бля, а что тут делать? Надо как-то обходить или чё, я не знаю. Чё, папа? Воу, тебе обходить не надо. Как это я, блин, командир, мне обходить? Ух ты, блядь, чё это было? Кого-то забанили. М1. По левому флангу пошел прорыв с нашей команды. Да, ё-моё, резнулась. Ух ты, премию дали 25 тысяч за какую-то планету. Ну конечно, кто это еще? Заебали эти пидоры, блядь, сабисы, которые, блядь, полюбили новгейм, блядь, у которых пульки вообще не разлетаются. Угу, главное, им за это ничего не бывает. Поэтому. Гроби, гроби. Охуеть, 31 полную дали за какую-то планету. Арма такой, как робот. Такой топ, топ, топ. Ребята, вы где все? Вы что, не прорываетесь? Вообще прорываемся. А ты куда делась? Я в этих катакомбах. Воу, что-то застрял, надо... Блядь. Так я жду, жду, когда вы маленько прорвете, сейчас я вам... Нихуя себе. Сзади! Ну как Вова, же он... сзади! Ох! А радар-то нахуя? Ну бля, ну такой бред вообще. Ну почему вместе с командиром никто не бегал? Блять, раздражает вот это поебота, блять, пиздец. Вот надо было обходить так долго, чтобы взять и сдохнуть от одного человека. Он там стоит, кстати, за этим контейнером, где он вас убил. Он снабжение. А, собака убил меня. С дробовиками, они все с радарами и все с дробовиками. Мне бы в холодильничек за это. С добавкой. А, да. Короче, летал я хуй знает сколько дней. Давить. У меня было 43 ляма, сейчас 48. То есть 5 лямов мне дали за все мои путешествия. Вот, я все это. Ой, кто-то гранаты сюда кидает. Вон, снайперу.